Китайская тоже у нас с маркировкой. Маркировка обязательно тоже на каждом листе. Здесь у нас коэффициент термического расширения немножко другой. Если у нас фьюзинг спектрума система 96, то есть коэффициент термического расширения 96, китайцы же нам пишут коэффициент 85. Причем стоит плюс-минус перед 85. То есть они из себя как бы ответственность, наверное, даже снимают, если что-то пойдет не так, если стекла не спекаются, либо после спекания лопаются. Ну, китайцы нас предупредили, да, здесь плюс-минус, не знаю сколько, да, нету как конкретной цифры, плюс-минус 1 или плюс-минус 15. Вот, поэтому мы стекла обязательно тестируем вот этого производителя. И после тестов, вот на таких небольших кусочках можно тестировать. После теста мы тогда уже можем делать какое-то большое объемное изделие.